немножко необычная тема. Общался там на Facebook с другими стрелками, по-моему, из Украины. И у них тоже поставили магвал на пистолет Глоки. И один человек говорил, что ему неудобно. Мне просто решил сделать видео, показать, как это у меня получается. У него получается, что рука доходит сюда и начинает мешать. Если действительно так, то да, я понимаю, будет очень неудобно. У меня рука, значит, меньше размером, потому что вот при моем хвате получается, наоборот, очень даже удобно. Это как такая основа получается, немножко выступающая. И вполне удобно, честно говоря. У меня хват максимально высокий на этом пистолете, то есть я вообще таким принципом делаю. Не знаю, если может быть другой какой-то хват. Вот у меня получается вполне нормально. Единственное, конечно, что те опции, которые были у глоковских пистолетов по вниманию магазинов, по-моему, на четвертом поколении, здесь их нету. Но это не четвертое поколение, это третье. То есть, если магазин нужно вручную вынимать, то получается надо брать сзади. Сбоку уже невозможно для коротких магазинов. Для более длинных нормально. То есть, если магазин подлиннее, то никаких проблем не будет. Хотя, честно говоря, у меня не было никогда проблем с выталкиванием или сбросом магазинов на глоке. То здесь привезло сзади просто. Ну а так, за такие деньги, $25 здесь это стоило, мне получается очень даже приятно. По крайней мере, лучше, чем взяв за 100. Все. Очень краткое видео. Просто на интересную тему для меня. Спасибо за внимание.